Likewise, instead of waiting 6 months to know whether vaccine works, вместо того, чтобы ждать 6 месяцев, чтобы увидеть, работает ли вакцина, через 3-5 дней мы узнаем, работает ли она, запускает ли она нужные гены и какие из них будут выключены. Это будет вести к выработке хорошего иммунного ответа. Таким образом, используя молекулярный подход к измерению результатов, будь то ожидание и наблюдение, происходит ли это клинически, мы сокращаем процесс с полугода до нескольких дней. Мы надеемся, что благодаря технологии Arcturus и тому, что мы узнали о вакцинах, объединив наши сильные стороны, мы сможем привить вакцину населению Сингапура и, возможно, остальному миру в кратчайшие сроки, какие только возможны. Что собой представляет эта вакцина? Она является частью этого вируса. Это не все. Мы делаем только ту часть генетического материала вируса, которая необходима, чтобы обучить нашу иммунную систему распознавать вирус в следующий раз, когда она его увидит. Понимаете? Это немного похоже на то, как показать кому-то фотографию разыскиваемого человека и сказать: «Узнаешь его? В следующий раз, когда вы увидите этого человека, вам нужно отреагировать». Верно? Мы также должны работать с медицинскими властями и органами здравоохранения, чтобы убедиться, что испытания приемлемы и что продукт достаточно безопасен для начала клинических испытаний. Мы надеемся, что во второй половине этого года мы их начнем. В 2003 году, во время вспышки атипичной пневмонии, у нас не было таких инструментов, молекулярных методов, которыми мы располагаем сегодня. Вы знаете, мы можем буквально за одну ночь упорядочить полный геном вируса. А в то время мы могли сделать только часть этого, и мы гордились тем, что могли сделать его фрагмент. И теперь мы можем сделать многое, чего не могли сделать еще в 2003 году. Поэтому у нас есть реальный шанс изменить ситуацию. И я думаю, что это то, к чему мы все стремимся.